Во-первых, надо посидеть, наверное. Это восстановит меня немножко. Бля, музыка прям придает сил. Ром, давай задом, задом. Он хочет сломать, ебать. А вы что, два нигера теперь? Ну теперь да. Ручка! Ты можешь сядешь, что ты стоишь-то, ебать? А я красивый? Я говорю, что ты стоишь-то? Я сижу нормально, а что ты сливаешься? Я тебе нравлюсь все-таки? Да потому что ты стоишь. О, все, пошел. Давайте, пацан. Давай. Поели, заебись. Я еще, еще курупы положу. Сейчас готовится. Теперь надо попить. Ну, у нас там есть же черепаши. А где он? Его, и даже, его тоже спиздили. Там. Да вон он стоит. Там был. Вот он. Я первый. Все, я наелся. Пизда ему, нахуй. Я пошел за рюкзаком. Да подожди, все пойдем. Ну, надо, мне попить надо. У меня пила нету, нихуя нет. А чё вы ни огненных стрел не сделали, нихуя? Да я вообще забыл. Я думаю, мы тогда находили, Никитс, эту хуйню. Я думал, не буду на нас встречать, у, блядь, его веревки, ебать, и бить сразу. Так она всегда там встречала нас. Ну не прямо у веревки, она хотя бы давала немножко спуститься, ебать, разогнаться. Не успел выйти, она видит, такая, ебать, на привет. Она видит, лохи, ебать, летят. Ну ебать, это первый сразу сел на жопу. Я даже не успел нахуй ничего сделать ей. Если бы она нахуй знала, что идет, она вообще охуела. Я бы на ее месте вообще так больше не делал. Мы уже почти 5. Сейчас приедет Вероника и наигрались. Это я вам, блядь, отвечаю, вы наигрались нахуй. Все. Нихуя тут опять брюин просто так валяется. За что? Нахуй за ягода красная какая-то. И чё, не, ебать, не видно? Нельзя. Ебал я, наверное, есть её, ебать. Синий и, по-моему, черный только можно есть. Вот я синий нашел, как бы. Тупо похал, попил, поел. Рома, вот иди ко мне, вот здесь вот есть. Пидораска ебучая, нахуй. Просто так, такая тихонечко хе-хе-хе. Подходит и давай орать, нахуй. Шляндра ебучая, пошла нахуй. Иди сюда. Вижу. Блядь, Женя, нахуй. Ой, приходите. Идите нахуй, ебать. Это наш шанс победить. Да какой можем... из жопу, ебать, их там четверо, семеро, у меня одна палка, ебать, все с палкой это сделать. Я лучше под музыку на это все посмотрю. Хуярьте, мне кас музыка играет. Хорошо. Рома меня подставляет. Давай, иди сюда. Женя, помоги. А ты что, на плюсе? Ну, слава богу. А что-то она резкая какая-то. Я просто не сдавался до конца, но и все. Давай. А! Блять, откуда? Просто две палки собери, нахуй совмести, сделка. Да он, блять, не понимает. У меня ни веревок, нихуя нету. Так там не надо веревки, просто две просто палки. Просто две палки. Пизда им сейчас, я только спущусь. Ага. Пизда им, я прям уже иду. Я иду, блядь, пиздец вам. Ребята, они даже не представляют. Я одного Кирюшу-то захуярил, как бы. Здесь у меня пал... Вот я смотрю на руку, она, блядь, как у ребенка маленького. Да сука, ебучая. Вот и все. Фу. Ну, вышел нахуй. Да я помог хотя бы. Я сверху вам музыку включил, и поэтому музыка играла, ебать.
Музыка на знала тайную на. А, пацаны, я сейчас сдохну нахуй. От чего? О, заебись. Нихуя у меня. О, аж монитор, ебать, перевернулся. Ёбаный рот. От радости. И сел, ебать. А чё, у меня хп нету? О, я в крови что-то есть. А чё? Да хуй возьми. Надо узнать, чё. Тоже в крови. Как будто в очко кому-то пихнул. Получается, у меня сейчас еще радио есть, а не больше радио нет. Чтоб нихуя мне просто радио за радио можно было вешать. Ну чё, Финди Боберной, блядь? Чё такое? Блядь, опять орёт нахуй где-то, самка ебучая. Вон она, сука, Никит, сзади. Пошёл до дупы, блядь. Ещё темно, сука, сейчас... Блядь, выкинул палку, ёб твою мать. Проебал. О, как хорошо здесь. Ай! У меня ЧБ, ебать. Сука, Женёк, я тебе сейчас сам нахуй ебало расковыряю. Где ты, ебать? Какого хуя? Да темно! Я вот специально ты, блядь, на берег кого вышел. Кого ты нахуй? Темно, блядь, тебе. Идите сюда, на берег, дерёмся. Вообще, да в охуе. Всё, я пизды нахуй получил. Да здрасте хоть. Здрасте, пожалуйста. Охуенно. У меня просто жизнь, блядь, писюлечка. Ой, думаешь, у меня все забито. Начально писюлечка была. А я-то, видишь, я похилился. У меня все были жизни. Да. Алоэ бы найти где-нибудь, было бы, наверное, классно. Мы спать еще не можем? Не знаю, надо посмотреть. Нет, не можем. Надо, блядь, спасать свои шмотки, но хотя бы просто подобрать их успеть. Угу. Черепаху надо подобрать быстрее. Ну, черепаха заебись. Похаван. Там же как, подходишь, сразу забираешь рюкзак, да, вроде? Ну да, типа того. А можно, типа, захватить и на опять на веревку запрыгнуть? А если я второй раз умру, то есть уже получается первый рюкзак. Да, пизда рюкзаку нахуй, я так уже делал. Надо хоть кому-то одному рискнуть, например. Чтоб потом, ну, типа, поделиться. А вон нахуй рискнуть. Ну, просто типа, прыгаешь, забираешь, мы ее сейчас запилим. Ну все, че, вот, вы это есть копье. Так ты его улучши хотя бы. Это нам тряпки нету. Дети, чем тебя улучшим? Ну, не тряпки, не пьяпки нету. Кости нужны. Кости есть, тряпок нету теперь. А, бля, у меня тоже, кстати, нет. Ну, я себя улучшил. У меня были тряпки. Я там подобрал возле самолета. Ну, сделаю биту, дубину себе. На, я тебе сделал, нахуй. Или что это я сделал? Вот это что? Да.